Еженедельная встреча известных медийных персон со студентами Высшей школы журналистики и медиакоммуникации уже стала доброй традицией. На этот раз со студентами, неравнодушными к теме пиара и рекламы, поделился опытом Руслан Шагабеддинов, руководитель регионального пиар-агентства «Мы и они». На примере своего опыта эксперт рассказал всю правду о работе пиар-специалиста в России, подсказал будущим пиарщикам, как правильно взаимодействовать со СМИ и, наконец, дал советы, как стать успешным пиар-специалистом. Если есть возможность, пока вы учитесь, студенческие годы, поработайте на ТВ, поснимайте сюжеты, посмотрите, как работают, формируются телевизионные новости. На своем опыте могу вам порекомендовать и сказать, что это 100%, что нужно много читать. Обязательно научитесь фотографировать и выбирать фотографии. Обязательно учите языки и имейте в запасе не менее 2 языков. Открытую лекцию также провела Гулюса Закирова, главный редактор журнала «Гайле Хэмэктэп». Она рассказала о специфике работы татароязычного издания. Отметим, что мастер-классы в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации открыты для всех желающих. Анастасия Иванова, Юлия Павлова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.